Ну, чувак, кто не говорил, в Москве, там по, да. Там пол клана живет в Москве. Да нет, это не то, что в Москве, то, что он, у него ресторан там какой-то, блядь. Это дед и знает, он с ним общался хорошо. Ну и сейчас, в принципе, общается. Сокровищницы же выложили новый видеообзор. И там показывали чувака, у которого там было 60 тысяч этих кредитов. Админку. Походу. Это когда я смотрю видюхи, ну эти новости Warface, там, ну и показаны эти игроки, ну точнее не игроки, а аккаунты, сколько там кредитов, блять, короны, там гранаты, там, ебануться. Это весь дом, все это. Еще раз, где это такое? Смотри, Богоюзи, забанит тебя. Ну, конечно, да, игра, но Богоюзов банит. А чё за карта? На ангаре. Место, где это будет снять. Блять. Через ЦТ идет. ЦТ? Это у нас централизованное тестирование. Да. Бах, ушел. Слушай, реально, ты гиперактивный, нельзя столько пить энергетику. За то, что со мной получается. Граната пошла. Вот порой меня так пробирает, что я могу вынести полтимы сразу. А, это я охуел, короче. А, девушка звонит. Говорит, типа, нужны... Чувак. Дай, говорю, дай, молчи. Девушка звонит, говорит, тебе нужны какие-нибудь диски? У меня тут завалялись, ну, типа, уборку делаю, буду выкидывать. Думаю, блядь, какие у них там диски? Sims, нахуй, максимум. Ну, такой, ну ладно, что у тебя есть? StarCraft 2. Я говорю, нихуя, типа, давай приноси. Я как раз StarCraft 2 искал, качал, а там какая-то хуйня, ну, пиратская дебильная версия. Там ж, типа, ну... StarCraft нужно, ну, обязательно интернет подключение, потом там еще что-то создавать. В общем, скачал какую-то хуйню, не смог разобраться с ней, удалил. И вот нам принесла StarCraft 2, блядь, заебись. Ничего, Богоюз, говори. Ай-яй-яй-яй. Нам тоже было нечего делать. И мы тоже шалили. Мы тоже шалили. За текстурами. Да, Ванёк? Выбирай. А ты чё, не помнишь? Бля, ты... Не, Сука, мед, блядь, ну ты, сука, дебил, блядь, жизни дай, пидорас. Ну, пидорас, нахуй, прикинь, он мне жизни давать не хочет, но я и нихуя не буду делать. Пошел он нахуй.